Мы рады вас приветствовать в нашем театре студии «Браво ДБТУ», в нашей семье. Немножечко об истории нашего театра. В этом году нам исполняется 5 лет. Мы практически попали на наш юбилей, но мы, правда, еще готовимся. Поэтому, если ваши детки вдруг придут к нам в театр, то они уже станут участниками большой юбилейной программы, на которую слетятся большие звездные гости со всей нашей страны и с других стран мира, потому что наш театр-студия «Браво» знают за пределами России, и уже не очень плохо. Мы уже, например, начали профессионально заниматься. Они получают и получают дополнительные баллы, окончив наше учебное заведение, которые смогут сыграть в их жизни немаловажную роль при поступлении в вузы. Понимаете, это очень важная история. В этом году мы открываем музыкальную школу на базе театра-студии «Браво ДБТУ», помимо других направлений. В следующем году у нас открывается кафедра искусства, тоже здесь, на базе ДБТУ. И вообще я хочу вам сказать, что, знаете, у вас уникальный ректор здесь. Сергей Николаевич Мирский. Человек, открытый к новым экспериментам. Человек, не боящийся делать первый шаг в сторону новых обучающих каких-то тенденций. И наш опыт работы за эти годы показал, что мы уже выросли и можем стать кафедрой. It's your favorite.